И всем привет, мои дорогие подписчики, с вами я, Глеб Топ. И сегодня хочу продолжить рубрику про путь мечника. Ну а для начала обязательно поставь лайк, подпишись на мой канал, а также зайди на мои соцсети. Сейчас я открою рандомный фрукт, открываем. И нам падает фрукт-бомба. Но мы переходим к видеоролику. Листин Робоксов – сайт, который работает более 5 лет, где робоксы всегда в наличии, а курс здесь очень выгодный. А буквально по методу трансфер робоксы на ваш аккаунт придут в течение 5 дней. Буквально за 100 рублей вы сможете приобрести на этом сайте 200 робоксов. А еще недавно у них изменилась ссылка сайта, и теперь это robux.pr.gg. А теперь, благодаря их сайту, получить робоксы вы сможете абсолютно бесплатно. Приглашаю своих друзей на их дискорд-сервер, чтобы получить больше робоксов. Все более подробно вы можете узнать, перейдя в их дискорд-канал по моей ссылке в закрепленном комментарии. Покупай робоксы выгодно и безопасно только на robux.pr.gg. И сегодня, ребят, как вы видите, что у меня на аккаунте уже находится максимальный уровень, сегодня хочу получить все мечи второго моря. Сейчас у меня на аккаунте второго моря находятся такие мечи, как полуночный клинок и... да. Кстати, вот трезубец, трость гравитации и все, ребят, у меня только вот эти вот три меча на этом аккаунте есть, которые из второго моря, поэтому я должен сегодня получить все мечи второго моря. Честно говоря, ребят, я уже нашел ему очень много. Я чуть-чуть приофигел, потому что я даже раньше не мог на целую команду убивать этого босса, но одного я... Если в одиночку, у меня прям получается его сносить, потому что, смотрите, у меня фулл хп, но все-таки я ему сношу прям очень много хп, у него уже нету больше половины хп. Но, правда, много способностей я не попадаю, но это есть один факт, потому что босс очень быстро передвигается, конечно же, очень быстро, из-за этого я попасть не могу, и это очень плохо, но смотрите, ребят, как у него много хп, точнее, очень достаточно мало даже. Я даже чуть-чуть переофигел, я думал, что у меня вообще не будет шансов, и... Я не смогу реально, но, конечно же, я сейчас вижу то, что чуть-чуть шанс у меня есть, но я думаю, то, что мне просто не хватит времени. Сейчас я буду пытаться выбивать вот его меч, в принципе, у меня хп много, поэтому я смогу просто его закликать, и поэтому мы просто так стоим и кликаем, и смотрим, что же. Надеюсь, мне очень сильно надеюсь, что меч мне этот выпадет, и он мне не выпадает, и поэтому мы переходим к боссу Смоук. Он находится вон там вот, и мы к нему сейчас передвигаемся и попробуем получить его меч. И вот, ребят, мы уже находимся здесь, и поэтому мы бежим вот сюда вот и смотрим на здесь босса. Нет, серьезно, так-то я хотел бы сегодня получить Ренгоку, это 100%, потому что Ренгоку это вроде, это вообще крутой меч, сразу говорю, это прям, честно говоря, меч очень крутой, и думаю то, что я надеюсь, я смогу его получить, хотя на основном аккаунте я его получал более 1 дня, потому что мне этот ключ не падал, но надеюсь, сегодня он мне 100% выпадет, и я смогу все-таки его получить в этом ролике. И вот, ребят, мы находимся именно здесь и смотрим то, что Айс Адмирал уже здесь. И, конечно, мы его легко убьем, потому что мы все-таки не нубики, мы все-таки баунти хантеры, и у нас сколько на аккаунте? Ну, нормально, баунти очень много. Блин, что он за столько, серьезно? Но все-таки у нас тесто. Хоть я его не использую, но мне просто он нужен, чтобы юзать ему комбо и так далее. Но, конечно же, я убью этого босса просто легко. Вот так просто подходим к нему. Подходим, нажимаем ЛКМ. Что? Он заступил, но нам это не страшно. И мы его... Библиотечный ключ? Надеюсь, это он, ребят. Надеюсь, это он. И нет, ребята, это не он. И... Этот ключ нам просто дал открыть вот эту вот комнату, да? Блин, серьезно, ребята, мы просто открыли эту комнату. Почему нам не дали красный ключ или какой-то там, чтобы открыть вот эту вот комнату, чтобы я смог получить Ренгоку? Но мы переходим к следующему боссу, чтобы получить следующий меч.
И сейчас мы, ребятки, будем ждать именно этого босса, чтобы получить все эти, как там, я не забыл, как они называются, но, короче, в черепашках ниндзях есть Рафаэла, у которого эти виллы, и теперь мы будем ждать этого босса, у которого такие здесь виллы, чтобы его убить и получить такой же меч. И также нам нужно получить сейчас, получается, Коко. У меня Коко на аккаунте вроде бы нету, да, и, ребят, у нас Коко нету, так, у нас 1000 фрагментов, давайте сейчас купим чип, надеюсь, мы сможем убить одни, хотя вряд ли, но я все-таки обязательно попробую ради вас, надеюсь, мы я его убью и, конечно же, получу меч Коко. Мы купили чип и нам дали первое, это, конечно же, нам дали титул «Безумный ученый». Очень прикольно, нам дали как раз вот микрочип, который у нас есть, и вот так вот он выглядит. Сейчас мы пойдем и, получается, будем пытаться убить Коко, но я думаю, честно говоря, то, что я его в одиночку не убью, но надеюсь, ваша подписка и ваш лайк нам поможет, и у меня будут шансы его убить. Как думаете, вы убью ли я его или нет, напишите обязательно в комментарии, но лично я очень сильно надеюсь, то, что я его убью. Блин, ребята, у меня же очень мало хп, реально, 5000 хп он мне сносит, потому что у него контроль, и он просто спавнит свои атаки бесконечно, и меня это очень сильно бесит, потому что я не могу по нему попасть, ведь он постоянно куда-то телепортируется, но я все-таки могу сказать то, что я ему уже снес достаточно много хп, чтобы его победить, и я очень сильно надеюсь, что мне хватит времени, и все-таки я смогу выбить этот меч, потому что это очень достаточно крутой меч, и для коллекции все-таки это будет достаточно неплохо, но если я убью одного, это будет очень круто, потому что я очень хорошо помню то, что когда я убивал его всей своей команды, мы его убивали еле-еле, и даже были моменты, когда у нас это сделать не получалось. Блин, ребята, у него реально очень мало хп, я очень надеюсь, что я убью его. Но если я его убью, ребята, обязательно, конечно же, поставьте свой легендарный лайкосик. И, ребята, у него остается уже прям немножко хп, и, конечно же, у меня тоже мало хп. Я очень сильно надеюсь, что я успею его убить. Нет, ребята, и все, ребята, мы его убили. А что это же это значит? То, что вы должны обязательно поставить лайк, но, к сожалению, мне не выпал Коко, но мы переходим, конечно же, к следующему боссу. И вот как раз, ребята, секунды две назад спавнился этот босс, это Смоук Адмирал. Сейчас мы его быстренько убьем, но потому что все-таки мы не нубики, и мы сможем его забрать, это 100%. Я надеюсь, там 100% хотя бы выпадет этот меч, потому что я, честно говоря, устал уже пытаться убить босса и хотя бы просто выбить с него какой-то крутой меч, потому что все-таки нам нужно получить все мечи второго моря. И все, ребята, вы убили этого босса, вот он еще такой нубик, и мы его убили, и, конечно же, нам этот меч не выпал, но надеюсь, следующего босса, которого мы убьем, нам 100% хотя бы выпадет этот меч. Ну, ладно, ребят, с вами был я, Глеб Топ. Большое спасибо за просмотр. В следующем видео я обязательно получу все мечи третьего моря, а также второго моря. Но, конечно же, для этого поставь лайк, подпишись на мой канал. А с вами был я, Глеб Топ. Всем удачи и всем пока-пока.